Здравствуйте. Лечение у нас происходит по скайпу, но у нас очень хорошие результаты. 3 дня тому назад я попросила Давида, чтобы мой сын говорил слово «мама». И знаете, 3 дня он просто говорил «мама, мама», а вчера схватил мою руку и говорил мне, смотря в глазах, «мама». У нас пошли слезы от этого, потому что 3 года я ждала этого слова. Он с ними поехали сделать прическу. Он сидел в моих коленях, тишина. Он не плакал, не рыдал. Он спокойно сидел и смотрел, что делает с его волосами. Мы купаемся. Очень хорошо, без истерики, без каприза. Ну, плач еще есть, но это ничего, что с ним было, когда нет Давида у нас. У нас еще он берет мою руку, и мы вместе идем в туалет. С помощью я помогаю ему садиться. Он самостоятельно еще ничего не делает. Но это уже достижение для нас, и мы рады этому, что он чувствует, что ему надо туалет. И он, как другие дети, и спокойнее. И мы говорим для этого спасибо, Давид. И мы надеемся, что в нашей жизни еще будут хорошие моменты, потому что у нас есть вера. Спасибо вам большое, Давид.